Внимание, экипажи. Поступили жалобы на группу водителей, создающих аварийную обстановку. Похоже, опять гонщики-нелегалы. Подробности позже. Так, один из них только что двигался на восток. Мочанцы Орна и всем экипажам, не занятым на срочных вызовах, приготовиться. Дайте описание автомобиля. Приметы точно неизвестны. Показания свидетелей расходятся. Ждите. Вызов принял. Проверяю. Ждите. Проверим, 10-6.
ведутся. Так. Начинаем погоню. Код 3. Код 3. Обнаружен объект. Свидетель наблюдал, как он двигался на восток, мимо Diamond Park. Немедленно отцепляйте этот район. Он не мог уйти далеко. Код 6 сохранен до особого распоряжения. Нужна поддержка, повторяю. Нужна поддержка. Принято. Чарли 14. Есть свободная машина. Направляю к вам. Попробуй теперь дать по газам. А ну-ка. Код 3 продолжается. У нас 10-10. Чарли 14. 5-1 не считает ваш запрос приоритетным. Ждите. Срочно выставляйте врачей. У нас человеческие жертвы. Помял мне задний бампер. Я один, остался без прикрытия. Прошу помощи. Я в нескольких милях от вас. Держитесь, скоро буду. А вот и объект. Приближаемся. Я за ним присоединяюсь к вам. Сохранен. Свяжитесь с постом 2 для получения схемы оцепления. Уточните координаты точки и выезжайте по первому сигналу. Ай, это Рок. Глянь на карту. Я скинул тебе пару точек. Там можно и детальки прикупить, и новой тачкой разжиться. Они в курсе дела, просто скажешь, что от меня. Окей?
Прекращайте погоню. Продолжайте патрулирование района. Всех сторон, взгляни на карту.
Там отмечены всякие здоровые, но непрочные конструкции, в которые можно с грохотом в... Неплохо. Теперь слушай. Рейзера здесь нет. Он в другом районе. Придется добираться до него через черный список. Тебе надо засветиться во всех районах. Сперва Розвуд, потом Кэмптон-Би...
Он решил, что ты тоже. В общем, он ждет тебя. Oh.